Нам нужно создать то, что называется техническое правительство. Это должен быть человек без каких-то политических амбиций. Человек, который просто приведет страну к следующим выборам. И это всегда происходит в странах, когда политические элиты, особенно парламентарии, не смогли создать коалицию и не смогли... Саша, и этим человеком может стать, продолжайте, первый, этим второй, человеком, третий. Этим человеком может стать кто угодно. В Чехословакии, но я в Чехии, не могу, например. Вы можете стать... Смотрите, кстати, вот если вы спросите меня, кто мой кандидат, я бы смотрел на него. Уманский, на я Игоря бы сказал, Уманского. Уманский, я прошу прощения, становитесь техническим премьером, объявите о том, что вам не нужны какие-то, у вас нет политических амбиций, ваша единственная амбиция провести страну через полгода, чтобы прошли выборы. Это будут очень опасные выборы, страна может расколоться на две части, вы привели страну к той ситуации, в которой она сейчас есть, и теперь вам нужно будет понести за это ответственность на следующих выборах.